Марио Драги, пообещавший сделать все, что потребуется, чтобы предотвратить крах еврозоны, подготовил почву для интервенции Европейского центробанка на финансовые рынки. По данным французской газеты «Монт», представители ЕЦБ уже обсуждают план возобновления выкупа долгов проблемных стран с правительствами государств еврозоны. «Я верю, что господин Драги сделает то, что необходимо, то есть будет действовать так, чтобы рынки успокоились. И это позволит снизить процентные ставки для Испании и Италии», — заявил министр финансов Франции. Позитивный эффект от слов Драги уже ощутила на себе Италия. В пятницу она разместила полугодовые облигации на максимально запланированную сумму в 8,5 миллиардов евро. При этом доходность по ним снизилась более чем на 0,5%, до 2,454%. Заявление президента Европейского центробанка имело положительный эффект, говорит итальянский эксперт. Рынки, похоже, среагировали позитивно. И даже наши ставки по займам, которые хоть и остаются высокими, как мы можем видеть, упали по сравнению с прошлым аукционом. Против программы выкупа гособлигаций ЕЦБ по-прежнему выступает Центробанк Германии. Его представитель заявил, что такая практика установит ошибочные стимулы. Кроме того, в Бундесбанке считают, что возможное предоставление банковской лицензии Европейскому стабилизационному механизму, которое позволит ему получать кредиты ЕЦБ, нарушает правила Евросоюза.